Здорово. Как вы думаете, если алкаш просит деньги около метро, как вы думаете, ему въебут вообще? Дайте мне денег на пропитание, ёпты. Как можно просить деньги с перевернутой кружкой, как ему будут сувать туда деньги? Смотрите, что получилось дальше, это вообще пиздец. Градусы, градусы. Это сколько можно накопить, чтобы нажаться так в градусы? А следующее видео это вообще пиздец, вы только присмотритесь. Блять, Вася, ёбнуло что ли? Ну как вы думаете? Конечно ему ёбнуло, гири поебал, ему наверное больно. Следующая фраза этого чувака меня просто поражает. Да ладно, сойдет, здесь больница в 5 километров. Это вообще пиздец, какая больница в 5 километров, пока его довезут, он, наверное, уже вообще сдохнет. А следующий на очереди у нас просто въебеня, чувак, смотрите. Как можно так разговаривать вообще по телефону, это просто ебаный пиздец. Дон, это свитер. Свитер. Какой нахуй свитер, вы слышали это? Свитер, ну... Сегодня у меня не будет, завтра тоже, наверное, вот. Блять, это пиздец, сегодня меня не будет, завтра, наверное, тоже, блять. Чё, кого не будет, свитера? Для 100-500, меня зовут Максим, пока. Не надо, блять, Лена! На 2 минуты она сказала. Вопросы. За 2 минуты. После этого 7 секунд снимаю.